Утром, вместо того, чтобы пойти купить себе кофе, я заглянул в избирательный участок, сделал свой выбор. Дальше сейчас пойду на работу. Стоит отметить, что процесс организован идеально. Маски, перчатки, индивидуальные средства защиты – все выдаются на избирательном участке. Конституция – это основной гарант наших свобод, наших прав. Именно поэтому я пришел и сделал свой выбор ради этого будущего. Куда пошла? Куда пошла?